вечер, дорогие друзья. Сегодня на этой сцене группа «Импульсы» только для вас, друзья. Очень рады, что в этот уютный январский вечер вы нашли время и возможность прийти на наш концерт. Начинается блюз, когда гитара.
Ташкент. Настало время петь «Ням-ням». Да, настало. «Ням-ням-ням-ням-ням». Для вас поет Дмитрий Костишов на своем кахоне. Под ваши аплодисменты, друзья. В районе ноль. Поэтому петь будем сразу вместе.
Полина, первое слово, а дальше вы продолжаете. Все готовы? Поехали! Поют с нами абсолютно разные песни. Сегодня, может, даже будет какой-то авторский для нас не особо знакомый материал, но мы в рамках квартирника для вас его озвучим. Это будет во втором отделении, пока мы играем сами. И традиционная проверка на знание отечественной эстрады в ре миноре. Традиционная начиная, вы просто продолжить знаменитую в свое время песню. Для меня, по крайней мере, точно. На недельку до второго поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду Комарова, сам себя найду в пучине, если часом. Уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас, и у вас в корейских скалах, если только захотите, будет лишний. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в корейских скалах будет лишний. На воскресной электричке к вам на краешек земли водолазы ищут клады. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку
Целовать песок, по которому ты ходила. Не выстать без синей сети.
Нам очень приятно, всегда очень приятно, когда вы приходите, поскольку многих из вас мы знаем лично, дружим, знаем очень давно. И мы рады, когда у всех все хорошо, когда все здоровы. Поэтому 17 лет группы «Чайф» мы сегодня должны сыграть, потому что обязаны. Откладываем, играем в конце, иногда вообще, в принципе, забываем. Дмитрий, что за песню мы сейчас играем?
Да, да, у нас, кстати, друзья, кто еще не зарегистрировался, у нас есть... Что ж такое у нас есть? Получается сегодня. Это значит, антибиотики действуют правильно. Значит, у нас есть не весь YouTube, но есть канал. Вот набралось там порядка... Ну, порядка 700 человек уже есть. И в том числе вы. Нам это очень приятно. Так что добавляйтесь. И один из самых просматриваемых моих роликов... Дорога. Это песня «Дорога», группа «Аукцион» в исполнении Дмитрия Костюшова. Рано, рано, Дима. Недостаточно хлопают. В исполнении Дмитрия Костюшова. Что в эфир выходит в кинотеатрах «Бременские музыканты». Я знаю, Дима посмотрел. Ну и что? Я читал, конечно. Кто-нибудь еще смотрел кино, нет? Ну и как? Ну ладно, все. Наливай. Я подеремся.
луч солнца. А, секундочку, ребят. Я хочу эту песню адресовать Володе, нашему большому другу. Времен еще New York Times, Вов. Он не испортился, как москвич, но все равно наш товарищ еще большой, замечательный. С большим приветом, обнимашки и все такое, Вов. Для тебя и для всех наших друзей. Ура! Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет пора, не нас, знаю, солнце взойдет. Солнце взойдет. Ну вот и супер! Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, не нас, знаю, солнце. Один за всех, Олег Анофриев, но на моей пластинке было так. Если с другом вышел путь, веселей дорога, и с друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много, что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной. Справлюсь вместе с вами, ничего-то не пойму. Разберем с друзьями, что мне снег, что мне сной, что мне дождь и проливной. Когда мои друзья со мной, что мне снег, что мне сной, что мне дождь и проливной. Когда мои друзья со мной. На медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь с подругой. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь и проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь и проливной, когда мои друзья со мной. La 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 la
Это не шутки. Антракт. Наливай. У нас премьера. Все сегодня сыграем.
Мы пока начинаем играть вступление, а вы аплодируйте. Почти. Гитлер готов? Начинаем. Ребята, под ваши аплодисменты, человек, который не боится петь своих песен, без репетиции. Друзья, эта песенка родилась, когда я делал ремонт. 4 года. Песни или ремонту? Ремонту 4 года. Thank you.
сезон. Не скажешь ты, что мастер я крутой, и больше не жалей жениться на мной. Когда закрасится последняя деталь и засверкают окна в доме, как хрусталь, прижмешься крепко, крепко ты ко мне, и счастлив буду я тебе вполне. Прошу тебя, родная, не ворчи, а почему не ворчи? Я все зашлю, которую не хочу, и точно знаю, будет все окей. Я постараюсь все закончить поскорее. Прошу тебя, родная, не ворчи, я все за штукатурю кирпичи. Весна наступит, верим на дворе, и раки засвистят нам на горе. В журналах много я читал про интерьер, как настоящий архитектор-модельер. И если вместе с ними засыпал, передо мной во сне дворец стоял. Я видел, как мы там с тобой живем, на стены новые любуемся вдвоем. Прошу потенциал поверить мой, ведь начал это все для нас с тобой. Прошу тебя, родная, не ворчи, я все за что. И точно знаю, будет все окей. Я постараюсь все закончить поскорее. Прошу тебя, родная, не ворчи, я все за штукатуру кирпичи. Весна наступит, верю, на дворе, и раки засвистят нам на горе. Понимаю, нужен нам с тобой уют, но за уютом что-то деньги отстают. Осталось сделать еще один рывок, иначе женой вдруг заблистает потолок. Прошу тебя, родная, не ворщи, я все за штукатурю кирпичи, и точно знаю, будет все окей. Я постараюсь все закончить поскорее. Прошу тебя, родная, не ворчи, я все за штукатурю кирпичи. Весна наступит, верю, на дворе, и раки засвистят нам, и раки засвистят нам на горе. Песня была у меня. Шахи Ригана Степанова, готовы? Ваш
Все-таки я гонорар выдаю. Ну ладно, значит так, у нас был большой концерт в зале имени Катца. Это, да, спасибо огромное, кстати, поздравляю. Ну и там от безысходности Дмитрий спел еще одну песню. Умница. Готов испить эту чашу? Да без закуски. Группа «Амнезия» и наши тексты. Готовы? Ничего, не молодой, надо текст. Давай, поехали, давай. Раз, два, три. Диман, для тебя. Попоешь? Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман. Продолжение пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат. В доме я лесной по лесам. Где же ты, моя темноглазая, где в городе, где в городе, где в доме лесной по лесам. Где же ты, моя темноглазая, где в городе, где в городе, где в доме. Стой.
за пакетом пакет. Только нет мне ни слова в ответ. Значит, надо иметь в виду. Сам я за ответом приду. Что не случилось, как мило приду. Вижу алые кисти любви, вижу дом ее номер один, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Сначала Дмитрий поет. В доме! Да он готовился, давай. В доме! Он сразу понял, кто победил. В доме! Через мой палисад. Года! Или еще думали? Ладно. Что споем, друзья? Какие будут заявки? Что вам спеть? Высоцкого? Давай, Диман. Экспромтом, да, давай. Боже, какой пустяк! Есть такой репертуар? Иванов. Коллеги, я сам на гитаре играть не умею, потому что сейчас я сыграю. А я слов не помню, поэтому сейчас и спою. Чистейший экспромт. Можно чуть-чуть помедленнее так, а потом разгоночку. Чуть-чуть. Мне голос не повышай. А я тихонечко. Сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэтому... Чтоб я слова успевал вспомнить. Да. В общем, будете подсказывать, если я буду плохо играть, я играю хорошо. Ладно, стоим. В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всякая нечисть бродит тучи и проезжих сеет страх. Будет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно аж жуть. В заколдованных болотах там кикиморы жуть. За щекочут, да и коты, и на дно уволокут. Будь то пеший, будь то конный, за храпа встают. А уж леший там по лесу и шастают. Страшно аж жуть. А может купец и воин? Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес? Под речи не попадали беспричинные.
только всех их видали, словно звенели. Страшно, а жуть. Из заморского, из леса, где и вовсе сущитать, где такие злые бесы, что друг друга не едят. Поделись, что творить им совместное зло, потом поделиться приехали опытом. Страшно, а жуть. Соловей разбойник главный, ему стоил буйный пир. А тих был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохульники. Страшно, ах, жуть. Змей Горыныч брест надарил, ну раскачивать его. Выводи, говорит, утверждение, пусть покажут кое-чего. Пусть на ближе попляжут, побоют. А не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, а жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись столько лет. Ведьмы мы, а не ведьмы! Патриотки, а не нет! Да еще на наших девок позарился. Страшно, а жуть. Соловей разбойник тоже был не только лыком шит. Он свистнул, крестнул, ложечек, заморский паразит. Убирайся по свою, уматывай, и вампира с собою прихватывай. Страшно, а жуть. Что там дальше-то было? Тыр-дым-пам-пам-пам-паром, вот это добрые дела. Билась нечисть груди в груди, и друг друга излила. Прекратилось все. Навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно. И не страшно. И вот тут самое главное, смотрите, я знаю. Дмитрий Костюшов, Павел Загорский, Владислав Владимирович Высоцкий. Ура! Ура! Владимир Семенович! Ну, вспомнили. Предлагаю вспомнить вам песню в 40 минут, какую-нибудь хорошую. А это мы недавно репетировали. Сейчас. Да. Что, так и не репетировали? Секундочку. А мне соль, какая разница? Значит, мне дали не настроенную гитару. Ну, я же Высоцкий, ладно. На ковре южом кресте в платьице простом из-под даренного ветра крепишь меня. Осенью вас басом напитал темный день, и хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам, и со всей окрестных крыш слетались птицы. Танцовщице золотой захлопав крыльями, как давно звучала музыка. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором мозг нам танцует вальс по сто. Там листья падают вниз, пластинки крутятся низ. Не ходи, боруйся, но ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс по сто.
А в Венере вам наслаждение, а гадать забыть. Всеми стенами качался, окна отвори и сердел. Кто не жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрусти, спрыгнула осень маленьким дождем. А как же этот вальс, как хорошо. Как часто вижу я сам мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс басом. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, твой приз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс басом. Спасибо, друзья, это группа «Импульсы». Квартирник.